Я десятилетиями изучал мессианские пророчества. Как еврейскому верующему в Иисуса, эти пророчества бросали мне вызов еще с 16 лет. То есть это то, о чем я думал, что изучал и рассматривал. И во многих случаях я приведу статистические доказательства и скажу: смотрите, есть 300 мессианских пророчеств, и невозможно, чтобы Иисус исполнил все их, если только Он на самом деле не является Мессией. Проблема, которую мы создаем этими статистическими математическими аргументами, заключается в том, что мы понимаем, что не все пророчества — это прямые пророчества. Например, 2 глава Матфея. Матфей цитирует 11 главу Оси. Иосиф встает, берет Иисуса и его мать, отправляется в Египет и остается там до смерти Ирода. «Да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта воззвал я сына моего». Вы скажете: «Ага, вот прямое пророчество. Бог воззовет своего сына Иисуса из Египта». Нет, это не прямое пророчество. Если вы вернетесь к 11 главе Осии, вы обнаружите, что он говорит о древнем Израиле, Божьем Сыне. И когда Израиль был ребенком, Израиль, Божий Сын, был ребенком, Бог вызвал Израиль из Египта, а затем Израиль продолжал бунтовать и так далее. Вы скажете: тогда почему Матфей цитирует это? Он неправильно цитирует? Нет. Он говорит, что как это случилось с Израилем, так же произошло и с Мессией. Как это произошло с Израилем, который называется Божьим Сыном, это произошло и с Мессией, который является Сыном Божьим. Как это произошло с Израилем, Божьим Сыном, в его младенчестве, вызов из Египта, так же и с Мессией, Божьим Сыном, его ребенком, в его младенчестве, вызов из Египта. То есть, другими словами, есть много пророчеств, подобных этому, которые не являются прямыми пророчествами, к которым вы можете применить математические формулы для описания того, что нужно было сделать Иисусу, чтобы исполнить их. Скорее, это нечто органичное, это вся еврейская Библия, указывающая на него столькими различными способами, как это произошло с Моисеем, Давидом и Израилем. Итак, что произошло с Мессией? Он исполнил Писание, но не таким математическим способом, о котором мы часто говорим.